Ни один ребенок в Верхневолжье не должен оставаться в новогоднюю ночь без подарка. Так решили в центре «Мой бизнес» Тверской области в преддверии Нового года, организовали вместе с партнерами благотворительную акцию. В ее рамках любой желающий может подготовить для детей из малообеспеченных семей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации праздничный сюрприз. Тему продолжит Никита Васильев. Предпринимательница с 15-летним стажем, руководитель одного из диджитал-агентств Твери Анна Воронова, одна из первых, кто подготовил и передал сладкие подарки для ребятишек из Тверской области. Как признается девушка, поучаствовать в благотворительной акции она решила сразу же, как только о ней узнала. В подобных проектах и проявляется та самая социальная ответственность бизнеса, о которой так много говорят, уверена Анна. Мы хотим делать большие дела, важные не только для нас, но и вообще для общества. И социальная ответственность, благотворительность для нас – это одна из корпоративных ценностей, которые мы следуем. И мы внесли свой, пусть небольшой, но мы верим, что важный вклад в новогоднее настроение детишек, которым по каким-то причинам это новогоднее настроение обеспечить себе сложно. Именно для того, чтобы создать новогоднее настроение для ребят из Тверской области и порадовать их в один из самых волшебных праздников, свои усилия объединили сразу три благотворительных фонда Твери. На протяжении всего года они работают с малообеспеченными семьями региона, всячески помогают им и поддерживают, а в преддверии Нового года составляют список того, что хотят в подарок юные жители региона. Среди самых популярных желаний – сладкие наборы, игрушки, варежки, ледянки, картины по номерам, алмазная вышивка и конструкторы, рассказывают в благотворительном фонде «Константа». Более 100 ребят, чьи семьи были в трудной жизненной ситуации, находились на сопровождении фонда «Константа» в этом году, получат главные подарки на Новый год. У их родителей, к сожалению, не было возможности подарить их детям. Мы благодарим всех единомышленников и партнеров за широкий отклик и такую поддержку. Помочь создать новогоднюю сказку для тысяч детей Верхневолжья можете и лично вы, зрители телеканала «Тверской проспект». Для этого центром «Мой бизнес» был опубликован так называемый «виш-лист» – список того, что бы хотели получить в подарок дети к 31 декабря. Он составлен из того, что дети просили в письмах главному волшебнику страны. Каждый неравнодушный житель нашего региона может ознакомиться со списком желаний, купить подарки и оставить в большой коробке в центре «Мой бизнес» по адресу проспект Победы, 14. В будние дни с 9 до 19 обсуждаются. В субботу с 10 до 17 часов. Ссылку на виш-лист вы прямо сейчас видите на своих экранах. И если рядовые горожане могут порадовать детей просто так, то предприниматели Верхневолжья еще и получат за эту деятельность определенные преференции в будущем, отмечают в центре «Мой бизнес». В 2021 году именно социально ориентированные предприниматели войдут в фокус государственной поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». И социально ориентированными предприятиями у нас признаются те, кто ведет как раз-таки активную благотворительную работу и другие активности, направленные на поддержку населения. Итак, благотворительная акция «Мой бизнес помогает» продлится до 29 декабря. Это значит, что у вас еще есть время совершить новогоднее чудо хотя бы для одного маленького жителя Верхневолжья. Торопитесь!